25 минут седьмого. 50 миль осталось вроде до Лас-Вегаса заехать. Недалеко. Просто миль. Едут все 90 миль, прикинь. А то и до 100 едут. Поэтому. 95 уже. Это было вроде как медленно, после 90 миль. Мама, спать не хочешь? Нет. Через 50 миль уже приедет. Сейчас 25 минут седьмого. Пол 12-го с Сакраменто наехали. Там еще поели. Если с утра выехали, уже давно были бы. А сейчас вечером только там начинается жизнь. Это, по связи все гуляют. Идем, спят все. Который год я по земле слетаю, но голос твой летит со мной. И каждый раз к тебе я возвращаюсь, к тебе одной, к тебе одной, к тебе одной. Прекрасная сеньора, 58-й ИСТ едем. Ты как надежда, дому пятерка, после 99-ка пятерка, потом опять 99-ка ИСТ. Сейчас 58-й. Там еще ехали 4 и... Единственные пробки все изменило в моей судьбе. И я сажусь на рейс Москва-Торонто, лечу к тебе, спешу к тебе, бегу к тебе. Прекрасная сеньора, сеньорина, ты как надежда. Да, хотел сказать, забыл. Лобовое стекло на Лексусе этом 400 поменяли. Вот, чистое стекло поменяно, новое. На Хонде поменял стекло, и на Рексе поменял в углу, там трохи трещина была, поменяли. Три стекла поменяли на всех трех машинах. И заплатили $430 за три стекла. Менял мне земляк и забыл. Петя Лущер, Петя Лущер, он работает на стеклах, лобовые стекла меняет. Прекрасная сеньор, белорусом работает, белорус босс. И как надежда мне всегда нужна. Американские стекла. Ты для меня Мариночка, Марина, любовница, невеста. Американские стекла. Бывают китайские, такие как бы тоньше, те потолще американские стекла. Самые лучшие оригинальные, но это такое дело. Оригинальные они будут 3 раза дороже стоить. Одно стекло. Прекрасная вот. Сеньора, сеньорина, ты как надежда мне всегда нужна. Вот. 46 миль ехать осталось. Мама, як, змучилась? А? Ні? Ти дивися, щоб я не заснув. Контролює, я засну щас. На такій машині можна заснути, пливе, їде м'яко, як диван, кауч. Lexus LS400 кауч. Ну то ж недалеко їхати. Та ще трохи є, вже ну, небагато. За окном мінда,
нежданно пришла к нам осень. И старый рояль нас в синюю даль уносит. Где с горной тропы мы в омут судьбы бросались. 95, вот 100 миль едем. Где женщина у нас 100 миль. Тепло ясных глаз спасали. Можно и больно, ну, если полицай будет рядом, на русники оденут. Да, хотя люди летают и по 120, и 130 миль летают. Кактусы такие растут. Их мало, но растут кактусы. О, женщин, которых мы любим. Самый оптимальный расход топлива 65 миль. А тут едем всегда. Ну, на миссию ездим тоже всегда. Вот сейчас 80 постоянно. 80, 75. Ну, поэтому тут сейчас 75 лимит. Нет, даже 65 лимит. 15 миль больше едем. Это просто тут в одну сторону. Ну, не знаю, пока никого не видно было. Но лучше сейчас только избавить на 70 ехать, чтобы заработать тикета. Тикеты большие. $500. А то и больше. И ваш мужчина за все грехи простите. Спасибо вам. Хотел посмотреть, и уже 90. Надо аккуратно, потому что это... Зато быстрее ты будешь, с другой стороны быстрее ты заедешь туда. Мама, можно звать, тут Миша, включи ты трохи, да? А? Тебе не жарко? Нет. Ходят на эту дорогу, чтоб съехала. Что вы нам верностью уплатили. Женщин, которых мы любили. О, женщин, 90. Которых. Переключать на съемку, тут уже 40 миль остается, а мало будет у вас съемка скоро видно. О, женщина, которую мы любим. Все. Конец съемки, наверное, уже все. Хватит, надо поставить камеру. Там что-то надо будет, может, снять. На связи. Песня закончится, я выключаю. Мелодия.